правильно организовать работу кухни и начать свое дело. Ульяновские шеф-повара приглашают студентов техникума питания и торговли, да и просто интересующихся на шефские среды. Встречи проходят в формате лекций. На собственном примере мастера показывают, как правильно создать меню, которое соответствует стилю ресторана. Самый распространенный – это марокканский осьминог. Их известный, мы готовим тоже в ресторане осьминога. Вот. Естественно, у всех этих кухонь есть общие элементы. Преобладение там преобладает. Оливковое масло, зелень, салаты, морепродукты. Однако создать уникальную концепцию – это только половина работы. Важно поддерживать сервис на высоком уровне, правильно взаимодействовать с командой ресторана. Поварское дело – это не только готовка, это еще сервировка, это работа, это подача, это куча тонкостей, которые нужно знать при, получается, работе с продуктами. Рассказывают повара и о том, как правильно делать закупки и оформлять документы. Каждая лекция раскрывает кулинарное мастерство с новой стороны. Кроме того, в 2024 году планируется еще один цикл лекций, но уже для менеджеров. Цикл встреч проходит каждую среду, то есть до Нового года у нас планируется провести 6 встреч, а после Нового года будет управленческая сессия, то есть будут выступать управленцы, администраторы, да, то есть как вести, так скажем, хозяйство, да, в ресторане. Основная аудитория шефской среды – студенты, которые еще только планируют построить карьеру и открыть свой бизнес. Присутствуют на лекциях и ульяновские рестораторы, настроенные на развитие своего дела. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.